Сотрудники ДПС разбираются в обстоятельствах ДТП на улице Лепси. Там водитель арендной «Лады Веста» на скорости влетел под прицеп припаркованной фуры. Версию участника аварии выслушал наш корреспондент Сергей Пичугин. После аварии водителя Весты Гаруна трясло от холода и шока. По словам мужчины, он ехал с работы домой и в одно мгновение машину повело к обочине. В машине один ехал? Один колес сломался. А что именно сломалось в колесах у вас? Я не знаю, там еду, вижу колеса. Разбалансировка? Может, разбалансировка, а может, железо, может, что-то. Часто такие ДТП ночью в выходные в городе устраивают пьяные гонщики, но у водителя Весты не было признаков опьянения. По словам мужчины, эта авария не по его вине. У вас скорость какая была? Быстро ехали? Как? Не, где-то 50-60. 50-60. Не мотала машину, она сразу вошла в... Я услышал так, и не смог убрать, она сразу на фуру пошла. Судя по всему, водитель не тормозил. Тормозного пути на асфальте не видно. Веста разбита так, что восстанавливать ее, похоже, нет смысла. Водитель Гарун получил травмы головы и ноги. Медики пригласили его в машину скорой помощи. Тихонечко, не спеши. Как выяснилось, машина арендная. В момент ДТП на ней не было номеров. Пострадавшего увезли в травмбольницу, но после обследования госпитализация ему не потребовалась. Сейчас выясняется, по какой причине машину увело под фуру. Инспекторы не исключают того, что водитель мог уснуть за рулем. Сергей Пичугин, место происшествия.